Цифровой рубль и цифровая валюта – это что-то, что замкнуто внутри исключительно системы самого Центробанка. Люди и организации туда не имеют доступа. То есть ну, они имеют доступ только к своему счету. А счет – это, по сути, ну, запись в таблице. Вот. Иван Сергеевич Петров. И дальше идут. Он получил 300 рублей, он потратил 200 на подковы. Он получил еще 500 за урожай, который с помощью подкованной лошади снял, и так далее. Цепочка вот этих вот. Вот что такое криптокошелек. То есть в Центробанке хранится некая, есть некая база данных, распределенная по многим разным серверам, в нескольких городах, в нескольких центрах обработки данных, в которой есть вот такая вот запись, везде одинаковая, в которую просто добавляются новые и новые, новые значения. Вот это криптокошелек, по сути, своей. Никакой связи с крипто всеми этими историями, Даркнетом, ничего. Это все вообще отдельные, совершенно разные вещи. Потому что здесь валюта обеспечена государством, обеспечена технологиями государства, принадлежащими государству.